Медалями за любовь и верность в этом году награждены 7 семей. Николай и Раиса Шостак, Николай и Антонина Глазьевы, Юрий и Валентина Рожковы, Алексей и Елена Корюхины, Андрей и Нина Алферовы, Владимир и Галина Заботины, Алексей и Валентина Силантьевы. Десногорские семьи долгожители поздравил глава города Андрей Шубин. Уверен, чем больше будет дружных и благополучных семей, тем крепче станет наша Россия. В этот день искренние поздравления в первую очередь семьям, проживших не один год вместе, пережившим разные события, но несмотря ни на что, сумевшими сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова благодарности всем десногорским семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям и семьям, воспитывающих приемных детей. Отметим, что Владимир и Галина Заботины в апреле этого года отпраздновали золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. А семья Силантьевых – Алексей Фомич и Валентина Никитична – в феврале отметили свою бриллиантовую свадьбу. Я хочу сказать всем молодоженам города Десногорска, чтобы они, супруги, уважали друг друга, относились друг к другу с любовью, берегли друг друга, обходили все острые углы и, так сказать, не ссорились по пустякам, а находили общие решения. Много улыбались, друг друга любили и почаще говорили, так сказать, прекрасных слов. С праздником всех десногорцев поздравили коллективы «Вольная станица» и «Ренессанс городского центра досуга», а также гости из Смоленска, группа «Страйк».